Просто объясни мне, пожалуйста, почему ты не можешь быть как все другие мужики, как все мужчины? В смысле быть как все? Ну, я не знаю, смотреть на задницу других девушек, лайкать всяких шмар в Инстаграме, или же разбросать все свои носки по полу, хоть что-нибудь из этого. Но я этого не делаю, потому что это тебя раздражает и бесит. А сейчас ты меня бесишь тем, что я не могу доебаться до тебя. Зачем доебываться? Затем, что я девушка, у меня потребности, я хочу поебать твои мозги. А ты не даешь мне такой возможности. Ну давай, тогда я сейчас накосячу. Тогда ты доведешь меня до бешенства, ты что? Что, я тогда не знаю. Это меня и бесит. Бесит, что ты не знаешь. Я знаю, что у тебя критические дни, но скажи мне, что нужно сделать. Просто подойди и обними меня, ёпта. Хорошо. А хотя нет, не подходи, твой запах меня раздражает. Нет, не подходи, твои шаги тоже меня бесят. Ладно, хорошо. Нет, не говори, это тоже бесит, молчи. Ну, сука, что ты молчишь? Не, лучше пристрели меня, нахуй.